Салам алейкум, пацаны! Всем братский салам! Ну что, вот и пришло время показать вам все свои наборы. Друзья мои, всем спасибо за активность, за поддержку. Очень много прожимаете лайков, так что давайте также быстренько, максимально за пару минут, давайте за минуту, сколько успеем, поставить максимально лайков. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, все уведомления. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, каждый про лайку. Ну и, конечно же, друзья мои, самое главное, это не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, там, где я для вас, как всегда, общаюсь с подписчиками, разыгрываю всякие новости и много-много чего интересного там у нас проходит в телеграм-канале. Всем все ясно? Братва, сегодня у нас цель показать вам все наборы, которые у меня есть в игре. Реально цель. И очень многие наборы, даже которые вот недавно люди играют, многие люди даже наборы такие даже не видели. 100%. Так что желаю всем приятного просмотра. Мы будем сейчас начинать. Я думаю, что вам реально понравится то, что сегодня вы увидите. Реально понравится. Что, готовы, братишки? Готовы, поехали. Первый набор у нас вот такой. Вот буду показывать очень быстро и внятно. Первый набор. Второй набор. Второй офигенный набор, такой вот буях. Третий набор. Вот такой вот наборчик есть, тоже офигенный. Тоже наборчик неплохой, друзья мои. Все наборы, которые я сегодня буду показывать, я буду показывать быстро. Быстро буду показывать наборы, это просто я вам всем покажу, а вы в комментариях напишите, какой вам набор больше всех понравился. Какой набор? Я вам буду по очереди показывать. Некоторые наборы с пропусков, некоторые с каких-то определенных событий, но наборов у нас очень реально много, очень много. То есть все наборы я вам буду показывать быстро, потому что если показывать долго, то это будет очень нудно, прям очень нудно. То есть я вам просто быстро покажу женский, мужской набор, мужской тут офигенный наборчик, тоже топовый. Вот такой наборчик, вот такой. Тоже неплохой, так, вот, довольно-таки очень интересный наборчик. Дэйд Макрай набор, такой, такой, такой наборчик. Очень-очень много разнообразных наборов, очень много крутых наборов. Ема, что за звери, что за наборы, друзья мои, да? Вы согласны, что наборов реально очень много, прям очень много. Это можно, не знаю, ладно, открывать не будем. Оставим неплохой наборчик, тоже неплохой. То есть это все наборы, которые с разных событий, друзья мои. То есть также получаются они со всяких, получается, пропусков, тоже с бесплатных событий, с каких-то коллабораций. То есть это все, друзья мои, у нас вот такие вот наборчики. То есть пока я вам показываю быстро, чтобы вы понимали, чтобы ролик сильно не затягивался, да, потому что если ролик сильно затянется, то, конечно же, это уже будет неинтересно, если будет и ролик идти 20 минут, да? А так ролик пройдет пару минут, я вам быстро покажу наборы. В комментариях, пожалуйста, друзьям напишите, какой набор вас больше всех понравился, а также сколько у вас также есть наборов неоткрытых. Есть такие же коллекционеры, да, как и я, которые коллекционируют наборчики. Ну, по крайней мере, у меня 330 наборов, тоже довольно-таки неплохо. То есть у меня по 400 или по 500 вещей, да, на складе. Вот, и еще 300, то есть у меня около, наверное, 800 было бы вещей на каждого персонажа, то есть, ну, например, там, нет, не на каждого, а получается, в общем, например, там, торсов 800 или 1000 было бы, также, получается, было бы там штанов около 1000 было бы. Тоже довольно-таки неплохие наборчики, есть, прямо, редкие наборы, есть наборы, которых у каждого из вас, наверное, нет, вот офигенный наборчик, мне он очень тоже понравится. Тоже довольно-таки неплохой наборчик. Так, также получается, сейчас мышка у меня слетела. Также получается такой наборчик. Тоже довольно-таки неплохой. Такой набор, такой, такой. Это вроде бы с пропуска, если не ошибаюсь. Или события, уже не помню. Ямаки старые наборы, друзья мои, есть. Реально, эти наборы очень, ну, им реально очень-очень долго время, скажем так, да. Я коллекционирую эти наборы, и я скажу, что даже очень наборы тут есть, которые реально, ну, я открывал, ну, забирал давно себе, реально. Вот наборы, ема. Вот наборы, друзья, помните такие наборы? Это давно-давно тоже было. Такой набор прикольный. То есть, кому интересно, я вам прошу, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, кому интересно. Не забывайте, кто смотрит без подписки, получается, мой YouTube-канал, пожалуйста, друзья, подпишитесь. Поставьте колокольчик, все уведомления у Ассасин. Друзья, если кому-то не приходят уведомления на мои видеоролики, пожалуйста, заново отпишитесь.
заново подпишитесь и заново поставьте колокольчики, все уведомления. Это очень важно, друзья мои, для меня. Если вам не сложно, друзья, мне будет очень приятно, пожалуйста, сделайте, о чем я вас прошу. Мне будет очень приятно. Просто подпишитесь, заново поставьте колокольчики, все уведомления. Все. В комментариях что-нибудь написали, чтобы вам просто приходили уведомления. О, офигенный наборчик. Вот этот прикольный наборчик. На самом деле, друзья мои, многие говорят, Дистри, игра стала намного... О, Ема, что за набор? Что же офигенный набор? Ема, вот у него сзади прикольно. Друзья, набор реально обалденный. Прям обалденный набор. Прям, слушайте, прям бомбовый набор. Ни хрена себе. А если его себе взять? Постоянно будет сзади будет постоянно докупиться, получается, да? Ну ладно. Очень много говорят, Дистри, ну игра намного стала хуже. Да, друзья, ничего не стало хуже, все нормально стало. Намного все стало, оптимизирование лучше, графика. Вы посмотрите, какая раньше была графика стрёмная, сейчас какая графика. Так получается, довольно тоже неплохой набор. Тоже наборчик неплохой. О, друзья, помните наборы титанов, битвы титанов? О, какие наборы, да, у меня есть. Я же говорю, наборы олдовские есть. Реально, олдовские наборы есть. Снеговика, ё-моё. Сколько наборов старых есть. Вот набор старейший просто. Офигеть. Тут получается у меня... А почему у меня тут эти лутбоксы? А что они мне тут делают? А что они мне тут делают? А что они... А что, я все не могу открыть? Ладно, не будем открывать. Потом уже. Такой набор. О, набор Алока, друзья мои. Пожалуйста, подари Алока, да? Пыжи. Вот такой наборчик есть, тоже неплохой. Такой. Ой-ой-ой, бомбовый заяц есть. Такой наборчик. Ну реально, наборы очень топовые. Очень бомбовые. Блин, сколько всего интересного у меня, братва. И даже сам уже сейчас начинаю вспоминать, что у меня набор реально очень топовый есть. Реально годный. Лутбоксы непонятные. Давайте открывать не будем, а то мало ли собьется. Такой набор есть. Ой-ой-ой, что за цаца просто. Нифига себе, сколько наборов. Я-то в рот. Ёптыгдыка. Вот я, блин, друзья мои, я реально в шоке. О, вот они наборчики. Пошли легендарнейшие, старые. Вот, тоже неплохие наборы. Такой наборчик тоже неплохой. О, два набора тоже неплохих. Такой наборчик. О, тоже бомба. Вот это прям шикарный набор, прям мне нравится. Такой наборчик есть. Тоже, о, Макларен набор, друзья мои. Кто помнит? Ема! Смотрите, какие наборы у меня есть. А? Помните? Кто знает с какой-то коллаборации? Емаки наборы есть, друзья мои. Я уже устал щелкать на самом деле. Офигеть. Ну да, я приятно удивлен, что у меня реально такие есть наборы. Я реально приятно удивлен. Я думал, что у меня намного меньше. Оказывается, ема наборы у меня. Вот можно было, да, дарить друзьям наборы. Было прикольно. Так взял, подарил кому-нибудь какой-нибудь набор. Например, у меня тут есть наборов очень много, которые повторяются. Да, друзья, мы есть. Вот, два набора гинеколога у меня есть. Да, один можно было бы открыть, подарить. Алок, такой наборчик есть. О, заяц у меня есть, друзья, я его даже не открывал. Смокинг, 6 наборов, ошалеть. О, смотрите, тоже наборчик неплохой. Кто знает, откуда этот набор, Дима? Кто знает? В комментариях, пожалуйста, напишите, кто помнит, что за наборы. Такой есть, такой и такой. Ну, в принципе, неплохо. Дима, прожмите, пожалуйста, лайк. Пожалуйста, подпишитесь на каналчик. Как вам наборы? У кого есть больше, в комментариях напишите. Мне прикольно, мне понравилось. Мне даже самому понравилось это все открывать. Друзья, не забывайте обязательно прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, поставить колокольчик и все уведомления. Не забывайте, конечно же, офигеть, 18 магических кубков. Друзья мои, я вас очень прошу. Если у вас возникают какие-то сложности при донате, вы не можете себе сдонатить, вы ко мне пишите. Я вам помогу сдонатить. Цены, друзья, у меня такие же, как Гарена Шоп.
Сразу говорю, через меня алмазы приходят быстро и безопасно. Если не получается у вас донатить, я вам помогу. Вы ко мне написали, да? Ну, конечно, за это буду брать определенную комиссию. Ну и, конечно же, друзья мои, еще немаловажно, если у вас какие-то возникают сложности при настройке телефона, да, для оттяжки, вы также можете мне в ВК написать, я вам помогу настроить. Да, реально помогу настроить. VIP-настройки по очень дешевым ценам, реально. Все, всех люблю, всех обнял. Ставьте лайк, подписывайтесь, вы красавчики.